Всем привет! Вы на канале Анлайф. Презентация Elevator Space. Ваша отправная точка в новый мир метавселенной. Далее. Happy Realty. Мы делаем вселенную на основе нашего мира, которая граничит на стыке реального и виртуального для комфортного взаимодействия и новых возможностей. Здесь вы можете посещать уникальные места, заводить новые полезные знакомства, собираться в группы по интересам, создавать или строить свои места притяжения, посещать звездные концерты и получать автографы, создавать свои фан-клубы и блогерские коллекции, проводить полноценные конференции, внедрять, строить, взаимодействовать с реальными бизнесами. И, конечно же, это монетизировать. Далее. Happy Realty. Будь первым в новом мире, не упуская возможности пройти этот путь вместе с нами. Успей получать популярные локации, прокачивай заранее своего персонажа, забирай свой первый ограниченные атрибуты, поучаствуй в airdrop, внутренние валюты метавселенной, построй свою сеть игроков и фанатов. Успей купить по самой низкой цене токен проекта GFTM, забери свой royalty bonus и самое главное, успей стать владельцем NFT. Участвующих в распределении дохода от создаваемой вселенной. Я свой NFT взял, друзья. То есть купил и создал NFT. Далее. NFT буксов. Выбери свой букс и участвуй в розыгрыше Tesla Mobil S. Первый стандарт, второй бронза, третий silver, четвертый gold, пятый платинум и шестой VIP, друзья. Каждый NFT бокс открывает глубину под нюрнбергской программы. Далее. Токен GFTM. Сеть Polygon. Стандарт ERC-20. Количество 100 миллионов. За него будут происходить все взаиморасчеты внутри метавселенной. Каждый токен обеспечен USDT.
Продажи в метавселенной будут сжигать GFT, этим увеличивая обеспечение отдельно взятого токена. Это будет проводить к увеличению его минимальной биржевой цены. То есть, как вы только что продаете GFT токены, он сжигается. Засчитаю. Первое. GFT токен можно покупать NFT аватаров. Второе. GFT можно покупать с метавселенным. Третье. GFT токен обеспечен ликвидностью USDT. Четвертое. GFT токен будет расти в цене, за которого потрачен в аирдропах. Другими словами, в играх получаем GFT токены, он сжигается. Токен сейл будет проходить в 5 раундов, не упустите возможность принять участие в нем. Далее. Как получить токен? Ссылку оставлю под видео, друзья, для желающих. Заходим, создаем себе бот, подписываемся на каналы Эльватора и делаем Эльватор каналы, то есть чаты, каналы, там будет написано. Подписываемся и получаем первый GFT токен. Airdrop. Простые действия. При регистрации и подписке на официальные телеграм-каналы партнер получает свой первый токен проекта, друзья. И таким образом, подписывайтесь, получайте свой первый GFT токен. Мини-игры. Игры, любимые игры и приумножай свои токены. В играх приумножаю свой GFT токены. Чуть-чуть попозже покажу, как это делается. Для новеньких. А партнеры уже знают, как приумножить. NFT буксы. Покупай буксы и получай гарантированные токены. Токен сейл участвует в самой ожидаемой распродаже токена GFT. Далее, как использовать NFT букс. Каждый букс можно открыть и получать ценные предметы, дополнительно каждый букс, купленный во время реализации, и их через партнерскую программу будет содержать секретный подарок. Главный подарок – это автомобиль Tesla. GFT будет использоваться во всей экосистеме Elevator, покупки в маркетплейсе, взаиморасчеты в метавселенной и так далее. Все это дает вам возможность заранее подготовиться к взаимодействию в новом мире и поучаствовать в розыгрыше автомобиль Tesla. Далее. Marketplace. Покупка артефактов и реального товара, аренда или сдача в аренду прокачанных персонажей и не только. Продажа своих ценных предметов или товаров. Я жду этот магазин, когда откроется. И буду покупать товары за GFT токен. И будет еще карта тут. Если вот когда карта появится, это будет еще круче. По карте будем ходить покупать товары. Далее. Партнерская программа. Продажа кейсов, продажа токенов. Выплаты процентов по уровням производится с оборота вашей структуры. Это для тех, кто умеет приглашать. Далее. Бонусная программа. Программа направлена на получение реальных призов, таких как iPhone, AirPods и Apple Watch. Главный приз – Tesla Mobile S. Далее. Дорожная карта. В дорожном карте написано «Готово», и тут все работает. И тут написано «В разработке», а тут оранжевым цветом нарисовано. Тут еще пока еще не открыли, но будут открываться в будущем, друзья. Проект пришел не один день, не первый день, не второй день, а в долгосрок. Далее. Успей стать частью новой реальности, где на сайте Telegram можно найти, Twitter и Instagram. Давайте перейдем ко мне.
телеграм-канал. Вот мой телеграм-канал и вот бот элеватора. Мы находимся у меня в элеваторе бот. И я вам сказал, покажу попозже игры. Вот, друзья, все 4 игры доступны. Пожалуйста, заходите, играйте и приумножайте свой токен NFT. Если вы азартный игрок. Я не азартный игрок. Вот. Поэтому я выбираю свое себе игрушки проще. Криптовол мне нравится особенно. Крутите колесо или купите вращение. У меня 2 вращения в день дают. И я воспользуюсь этим. 2 вращения. Давайте зайдем. Открывается барабан. И покрутим. Что сегодня выиграл? Сегодня 18 марта 2023 года, друзья. И ничего не выиграл. То есть выиграл зерно. Тоже такое же бывает. Давайте еще покрутим. Откроем барабан. И покрутим. О, ура! 2 GFT токен выиграл, друзья. Я тут кофе сделал себе. Вот, я по утрам кофе люблю пить. И поднимаю свой бокал за GFT токен, друзья. За то, что выиграл 2 GFT токен. Элеватор круче не бывает. Вот, друзья. Заходите, регистрируйтесь без вложений. Подписывайтесь на каналы элеватора. Да. Получайте свой первый GFT токен. Заходите в мини-игры. Вот я вам показал. Играйте в мини-играх. 4 разных игры. Вот. Или вот криптовал. Вращайте барабан. Выигрывайте ценные призы. Вот как я только что вам показал. Все очень просто, друзья. Все очень просто. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Всем добра.